Всем привет! Хочу представить вам новый сервер Death Sentence. Стабильность, качество и баланс лута гарантировано. Справедливый состав администрации поможет в любое время и даст совет. На сервере часто проходят ивенты, так что без лута не останетесь. А также присутствует модовая атмосферная машина. Пару слов о оружии и броне. И то есть, но как броня, так и оружие не элитное. Вся броня на сервере держит такое же количество выстрелов, как и обычный бронежилет, а оружие выше 308 калибра нет. Все оружие также сбалансировано, как и бронежилеты. Более подробную информацию о сервере вы сможете найти в Дискорде. Все ссылки в описании под видео. Так, вижу, спереди меня тело бежит, в кустах село, лол. Дальше побежал. Блядь, челика проебал. Бежал за ним и проебал. Вон он ушел, блядь, влево, ну ладно. Сука, съебался. Пизда, он идет, хромает, сука. Ты вообще оружие будешь ниже? Да он в лесу практически. Я ему два попадания дал, я не знаю, как он живет. Блин, такой гон. Он, получается, за сараем вышел, просто то прилогнул там, за этим. Ну ладно. Слышь, у нас здесь падает дроп. Хорошо. Да, только мне нет патрона. Этот, блядь, на плейс нужны срочно патроны. Блядь, у меня забагалось, поход, да? Сашки, не бомби. Как я появился? Заебись, у меня в руках нет ничего. Ну я понял, все, ладно, окей. А ты где сейчас сам, инфу? В бункере там, далеко. Ой, зомби пропали. В бункере в каком мне инфу? Более нужно лучше. Не стреляет. Это он стреляет? Да, в ближнем бункере. Он, короче, уже в кустах возле аэродроп сидит. Кройте его. Вон он в красных штанах стоит. Двое их там. Дал два ему. Там еще один. Двое. Одного убил. Хорош. Где второй, не вижу. Второй там же за кустами. Вон стреляет справее. Да он, прямо да, за пригорком. Я его не вижу. За пригорком он, скорее всего. Да, за пригорком, где труп. Вот, где я убил, он там, да-да-да. Ой, трупа нет его. Нет, я имею в виду, где вот красный был, вот сейчас... Да-да-да, он там, да. Где-то красный стоял, вот оно там. Сейчас он
ребят. Все, там сейчас еще пойдет. А, смотри, плиз, его. Если у кого перебежит, скажи мне. Я обхожу его справа, флангую. С этой стороны. По мне. Еще что ли? Стороны стройки. Блять, он где-то на бункере, что ли, уже? Нет, это не он стреляет, другой. Вот он, возле этого. Возле казармы. Блять, беги в сторону диспы, плиз. Отхожу, он не по мне попал, меня убил, нет. Бегу в сторону диспы. Так, ты по забору бежишь, да? Нет, я уже по сторону леса иду. Вижу его, он возле этой неутайки бегает, все, забей. Я бинтуюсь. Окей, бинтуйся. Этот за пригорком, короче, учекивает того. Короче, пускай они между собой сейчас разбираются, рили. Еще мне лезть к ним. Так, этот бежит к... О, сейчас будет битва, нахуй. А, там два типа... А, нет, один тип, вот сейчас бежит к этому, он сейчас его въебет, а потом я того въебу. О, блять, ебать, нахуй, что это план капкан? Да это они между собой пристреливаются. Один выиграл, я сейчас того этого добью как раз. В этом, в офицерке. Положил. Жор, иди сюда быстрей. Сейчас, да. Тут пизда луту. Сюда иду, сын. Ты сказал, что здесь ничего так не легко. Подожди, как ты, блядь, он должен туда запрыгнуть, по идее? Опа! Опа, дверь открылась. Я смотрю. Я пойду отвертки относить. Внутри бегает. Мы их зарейдили, походу, он не выйдет отсюда. В размен, бля, пиздец. Так двое шли. Один. А, вон оттуда, по идее, стреляли. А, вон чувачок бегает там, да, есть кто-то. Как он оказался здесь, я так и не понял. Бля, я его не вижу нихуя. А чё он у меня заржал-то? А, вон он, кстати, идёт, да-да-да, вон он.
А, я ж тогда чувака сожрал, поэтому он заболел мне, все, я понял. Блять, или в зелень, что ли, сбегать? О, побежали в зелень, там как раз стреляет. А вон и чувак лезет. Блять, попали. Тут два тела как минимум. Фух, хоть броник не зацепило. Сука, промахнулся, блядь. Нет, так хуй попадешь, блядь. Вот, давайте, я как раз вас ждал здесь. Ага, попал. Блин, могут с зеленого француза снять меня. Минус два. Найс. Бля, ну конечно же, когда я убил, надо сделать рестарт либо дроп. Опа, зомби на кого-то. Значит, их всего те, что было трое. Минус. Там есть еще один, наверное. Тут еще агрится зомби. Да-да-да, есть кто-то. Он бьет зомби. Понял. Жесть. Их пятеро просто. Во, красавчик. Давай на себя переагривайся, зомби. Это, походу, те пришли с той базы, как ее, с Козловки. Чё, ребят, я, наверное, пойду на раш тогда. Ha ha ha!
Лол, минус 2. Биба и Боба, бля. Я так думаю, уже тот должен был прибежать, которого я самого первого убил. Вот он, блин, поспешил я. Если честно, я даже что-то не ожидал такого.